Привет, YouTube! Привет, подписчики и гости моего канала. Значит, решил я попробовать самый простой способ снятия патрона с дрели, да? В чем он заключается? Это нужно зажать шестигранники одним резким ударом, значит, открутить патрон. Сейчас я попробую, здесь у меня немножко старых дрелей насобиралось. Проверю этот способ и попробую другим еще способом. Вот. Это самый простецкий, как говорится, быстрый. Везде болты я подоставал внутри. В общем, сейчас проверяем. Зажимаем патрон, ложим на деревяшку, вот, чтобы он не висел в воздухе, и одним ударом. Вот, откручиваем. Все, патрон откручены. Вот так вот. Ну, это самый, да, простой способ. А я хочу попробовать испытать вот эту штукенцию. Китайский гайковерт. То есть зажать биту, допустим, вот в этот патрон. И попробовать его отбить. Получится или не получится. Отлично. Патрон снят. Теперь. Так, ключик. В общем, тут какая-то беда с пластмасской. Вот патроны старенькие. Впрочем, вот так вот это все дело поправляется. Так, здесь откручен вот такой старый шуруповерт. Попробуем его отбить. Есть. Вот такая ударная дрель у меня есть. Отлично. Отбитый. Ну и попробуем вот такой шуруповерт рабочий. Надо, кстати, зарядить. Что-то здесь какая-то беда. Труба одна ниже другой. Ну, попробуем. Есть. Легко и просто. Вот теперь, теперь же надо его снять. Затянем и отпустим его. Работает способ и вот этот. Ну, понятное дело, что не у всех он есть. Поэтому по стариночке зажимаем шестигранник и снимаем патроны. Очень легко и просто, действительно. Вот так вот. Я думаю, если диск будет сильно зажатый, очень удобная штука. Скорее всего, будет его легко снимать без всякого геморроя. Здесь даже фиксирующей кнопки нет. Ее в свое время я удачно выломал. Так что из-за того, что был зажатый диск. И все. В общем, рекомендую. У кого еще в мастерской нет, рекомендую.